Ледники, которые ранее считались стабильными, начали таять в Антарктиде. Об этом сообщает НАСА. В частности, зафиксировано таяние ледника Татен, самого большого в этом регионе. Ученые предупредили, что если он растает полностью, то уровень мирового океана повысится более чем на 3 метра. Также начали таять меньшие ледники. За последние 10 лет 5 ледников потеряли почти 3-метровый слой льда.